Гордимся прошлым, творим настоящее. Во Дворце творчества детей и молодежи наградили ульяновских волонтеров, общественников, учителей. Благодарственные письма и грамоты от главы города и городской думы вручили тем, кто внес большой вклад в развитие родного края, помогал нуждающимся. И край наш всегда верой и правдой служил Отечеству и Государю. И во времена восстания Пугачева, и во времена Отечественной войны 1812 года, во времена Великой Отечественной войны и последующих конфликтов, где участвовали уроженцы Симбирской и Ульяновской земли. Сегодня в зале те, кто также душой с Отечеством. История родного края богата яркими событиями. В тяжелые военные годы, когда образовалась Ульяновская область, ее жители ковали победу в тылу и на фронте. Ульяновцы и сейчас сплоченно противостоят всем трудностям. Об этом подрастающему поколению, школьникам, которые сидели в зале, рассказали ветераны боевых действий. Я думаю, молодые люди, которые активно участвуют во всех мероприятиях, думаю, с таким поколением, с такой молодежью мы достичь можем очень многого. Вот. Поэтому, я думаю, быть самое главное вместе, все поставленные задачи мы решим. Также для зрителей на сцене выступили творческие коллективы «Юнармейцы». На этом праздничные мероприятия, посвященные юбилею области, не закончатся. Школьников ждут открытые уроки мужества и истории, взрослых – выставки и мастер-классы. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, УПРАВДА ТВ.